встречаем. Биби Елизавета, благословенный Каменский. Наш душа очень красная, так живется просто, легко и прекрасно. Нифига ничего подобного, чтобы случая удобного, чтобы свалить отсюда. Если кто-то думает, что шапочки красные, так живется просто, легко и прекрасно. Нифига ничего подобного, чтобы случая удобного. Я сценарий новой сказки у продюсера читала, как всегда сначала мама меня к бабушке послала. Чем тут фишка, ну зачем мне папе, сколько роль эту бездарную играть. Я больше не могу, я хочу сыграть Офелию, Аиду и Джульетту. Я артистка, я хочу в театр оперы с балетом. Ну а мне охотники и серый волк, эй, сюжеты будут драматургии болт. Если кто-то думал, что шапочки красной, так живется просто, легко и прекрасно. Нифига ничего подобного, жду я случая удобного, чтобы свалить отсюда. Если кто-то думал, что шапочки красной, так живется просто, легко и прекрасно. Нифига ничего подобного, жду я случая удобного. Я хотела бы сниматься у Бродвина на кинете, я хотела бы наяву увидеть прыться на коне. А мне бабушка и пирожки зажимают мою голову в тиски. Проклятый вовсе я одна на целом свете, в этом сказочном лесу не поверят даже дети, в эту старую попсу. В чем тут фишка, ну зачем это опять, сколько роли эту бездарную играть. Я больше не могу так. Если кто-то думал, что шапочки красной, так живется просто, легко и прекрасно. Нифига ничего подобного, жду я случая удобного, чтобы свалить отсюда. Если кто-то думал, что шапочки красной, так живется просто, легко и прекрасно. Нифига ничего подобного, жду я случая удобного. Нифига ничего подобного, жду я случая удобного.